упал и такой ждет, когда мама поднимет. Мама, поднимай, мама, поднимай. Мама такой, подняла, подняла. Хо-хо-хо. А мы идем на завтрак и потом сразу на лодку и пойдем в бассейн плывем. Мась, пошли. Ой, соска уже, соска такой мальчик. Эч, мама, подними скорей. Давай, давай. Котик, ну зачем ты бежишь? Отдай соску и будь взрослым уже. Спокойно иди. Вот. Так, вот что у нас сегодня. Что у нас сегодня? Какой завтрак, Масик? Нормально? Нормально? Довольный? Катюшечка? У нас все по правильной теме. Да? А, кстати, яиц нету, да? Вот такой омлетик такой. Уф. Ева, специально для тебя записываю видео. Вот. Очень вкусная еда. Это берешь так сыр, намазываешь маслом. Вот. И такие бутербродики без хлеба. Очень вкусно. Но масло должно быть настоящим обязательно. А сыр желательно твердым. Гоним, гоним. По Волге. Васик, как тебе понравилось? Катюш, что соска во рту?
У нас и так все спокойно. Тем более на ночь. Я думаю молчить. Что думаю молчить? А? Масик, скажите, понравилось? Да, сейчас он не говорил, и вот сейчас прям... Ну, говори. Понравилось? Да, да, да. Скажи. Да, да, да. Скажи, да, да, да. Да, да, да. Это мы приехали в Тирс. Приплыли на лодке. Уф, вот такой-то бассейн здесь. Масик, соску вытяни. Ну что, пойдем купаться, а? Масик, идешь купаться? Мама, мама, хочешь купаться? Возьми его на руку. Да, 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 сейчас. Все, снимаем тогда. Мосик, давай, постучи, постучи. Давай. Мосик, понравилось тебе купаться? Мосик слетела. Тоже красивая территория. Везде деревья. Она точно выдерживает 200 кило? Не знаю. В бассейне там металлическую я сломал сейчас. Кофе закажем. Точно выдерживает 200 кило? Не знаю. В бассейне там металлическую я сломал сейчас. Что в бассейне? В бассейне металлическую я перевернул. Конечно, но не выдерживает. Нет, я уже пробовал. Но именно там у них бракованная не выдерживала. Да. Отдыхать это не работать. Это классно.
решили покушать. Пообедать перед обедом. Пообедать перед обедом. И при том за деньги, а обед у нас бесплатно, точнее уже оплачен. Ну, это же Волга. А все, что случается на Волге, случается на Волге. Тут какой-то дождь. И прям начался резко-резко. Вот мы спрятались. Масок что там спит еще? Где Масок спит? Какое впечатление от прогулки? Прикольно. Прикольно. Масик, как впечатление от прогулки? Скажи. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 скажи. Как впечатление от прогулки-то? Это Тирс.
Васик, ну как? Как? Что скажешь? Скажи, да-да-да. Да-да-да. Как ты умеешь? Ну, как ты умеешь? Да-да-да. 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 Так, шапочку давай. Ой, как-то так бывает. Вот, ребята, прям до пристани центральной довезли. Масик, нормально? Нормально?